Очаровательно, красиво, профессионально. Спасибо большое. Ира. Слушайте, я, честно говоря, может быть, сейчас буду, ну, не права, а может быть и права. Но мне вот первая часть танца вообще, ну, вот как-то так было все, ну, прикольно, классно. Но вот потом началась последняя часть, где вы змею начали изображать. И вот это было восхитительно. Вот за это вообще браво вам. Спасибо, спасибо, Ири. Мигель. Я завороженно смотрел, в принципе, на тебя, как на артиста. Я в какой-то момент понял, что вот то, что музыка в некоторых местах чуть-чуть тебя как будто бы сжирала. Я понимал, что и тебя вытаскивает в данном случае твоя харизма очень сильная. Вот за ней я прям шел. Да, Ирка права, что последняя часть прям удалась, но вот самое, с самого начала до середины где-то я пытался тебя вытянуть из этого состояния с помощью твоей же харизмы, но не с помощью движения, понимаешь? Но потом все выровнялось, молодец. Спасибо, Мигель. Вова, я видела, что ты очень сильно был внутри этого танца от начала и до конца. Можно и так сказать? Значит... Я тебя хочу поблагодарить, потому что ты тот редкий вид артиста, который уделяет очень много внимания деталям. И вот этот воинствующий минимализм, который у тебя проявляется в теле, это все прекрасно, восхитительно, великолепно. Вот. Но... Спасибо, Вов. Но... Но, ну, конечно, будет но. Всегда но. А что вы хотели? Это кресло такое. Да, такое кресло, я здесь ни при чем. Я должен согласиться с ребятами, что обычно для меня твой танец выглядит как такое пушечное ядро, заряд, метеорит. А именно в этом, в данном конкретном случае, мне показалось, что метеорит мерцал. Он периодически пропадал, возвращался, пропадал, возвращался. Вот, это все. Но спасибо. Спасибо тебе. Спасибо огромное.